Максим Сергеевич нам только обещает все. Как давно обещаете? Мы написали, что уже несколько лет. Несколько лет, да, обращаемся. Да. В квартире запах ужасный, вентиляция не работает. Из-за чего сейчас ту стену, вот сейчас мы пойдем посмотрим с той стороны. Там все, там скоро вывалится, кирпичи, все. Ну я вижу, вот эти стояки тут стоят. Ну понятно, это невооруженным глазом видно. Это что-то вообще-то с чем-то, я не знаю. Вентиляция не работает, все, эта сырость, вся вот это вот идет. Что Максим Сергеевич мне сказал? Говорю, вот. Куда мне, говорю, еще обратиться, Максим Сергеевич? Он говорит, хоть к самому Путину. Я говорю, может, надо к Путину было обращаться? Ну, это тоже некрасиво так вот говорить. Как-то нам надо помочь нашим. Да. Будем обращаться туда, куда отправил нас Максим Сергеевич. Ну, да, теперь тоже мы руку на пульсе держим. Он мне еще как ответил, Максим Сергеевич. Я говорю, как быть? Я говорю, мне не ремонт, ничего. Говорю, что делать? Говорит, возьмите, говорит, я вам посоветую, продайте эту квартиру. Да как кому, говорю, эта квартира в таком, состоянии нужна, извините. Да, говорю, да я сама, жила бы в этой квартире, потому что мне нужно, сейчас все это делать. А как я буду делать, если никакие работы не делаю?